продолжаем читать рассказ о Сауле, о падении царя Саула. И в прошлый раз мы говорили о том, как Саул пошел походом на Амалик, на Амаликитян и разбил Амаликитян, взяв в плен Агага, которого Потом умертвил Самуил. Это вторая ступень от падения Саула. Мы про это говорили, но вот там есть слова, на которые хочется обратить особенное внимание. Мы сегодня поговорим о двух таких словах. Первое это стихи 22-23. То, что говорит Самуил Саулу. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление есть то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя». То есть это простая, ну скажем, с точки зрения Библии, с точки зрения священного писания персонажев Библии, праведников Библии. Главное для Господа послушание, а не жертвы. Бог смотрит в сердце, а не на то, какие жертвы ему приносятся. И много-много слов, скажем, в псалтыре, вот, обличающих вот этот формальный подход к Богу. Много обличений пророческих. «Доколе вы будете топтать мои дворы?» – восклицает Исаия. «Я закрываю уши от ваших молитв и закрываю, чтобы не видеть, не чувствовать, не обаять Дыма от ваших жертв мне противны они и много чего другого говорит Бог не жертвы ему нужны ему нужны э, послушание и доверие или как того же Исаи Господь скоро скажет на кого посмотрю только на кроткого смиренного и трепещущего перед словом Моим это то же самое хотя между книгой царства пророка Мусаи несколько столетий, но суть от этого не меняется. От Авеля до Иоанна Предтечи главным была не жертва, главным было послушание Богу, доверие Слову Бога, верность Богу в послушании Его Слову. В этом суть в жизни верующего человека. Послушался Авраам, послушался и стал отцом многих народов, хотя это было трудно сделать. Он послушался, когда нужно было принести сына своего в жертву. И послушался Иосиф Бога, и слушался Иаков Бога, и когда-никогда, но слушался. И поэтому они стали отцами завета, они стали отцами народа, слушался голоса Бога Моисей и все праведники после него. И в этом само содержание жизни верующего человека. Не то, что мы приносим из материального мира ему, ибо все, что есть в материальной мире, будь то баран или свечка, масло, или деньги, все это и так принадлежит ему, это и так Божье. Господня земля исполнения вселенной и все живущие на ней. Или, как говорится в 49-м псалме, Господь, «Аще в залчу не реку тебе, моя бы есть вселенная и все, что наполняет ее». И не это ждет от нас Бог, а послушание – которым и проверяется, определяется, опознается наше доверие Богу. Но дальше он говорит о том, что непокорность есть такой же грех, как волшебство и противление Богу есть то же, что и, лопоклонство. и Если каждый из нас считает, всем своим сердцем верит и знает, что колдовство, или идолопоклонство, страшнейшие грехи. И никто из нас в трезвом уме и памяти никогда не сделает ничего подобного на идолы, никогда не будет пытаться э, магическими разными заклинаниями приносить человеку зло. Никто. Но являя Богу непокорность, и противление Богу, сопротивляясь Богу, споря с Богом, мы ничем не отличаемся. От тех, кто волш... занимается волшебством, колдовством или те, которые делают идолов, какая разница? Идол есть бунт против Бога. Спор с Богом есть бунт против Бога. Волшебство есть желание не взаимодействовать с Богом, а самому что-то сделать. Непокорность. Есть нежелание, желание не, не соотносить себя с Богом, а делать что-то самому. Какая разница? И у волшебства с идолопоклонством, и у непокорности с сопротивлением один корень: нежелание слушать Бога, спор с Богом гордыне. Просто в одном случае гордыня находит себя, выражает себя в каких-то вот предметных вещах, в идоле или колдовстве, а может не выражать себя в подобных вещах, а просто быть бунтом против Бога, спором против Бога, несогласием с Богом и желанием всегда настаивать на своем. Но если греха, колдовства и идолопоклонства мы боимся, то есть спорить с Богом не боится никто. И, а в сущности, чем человек, спорящий с Богом, отличается от идола-поклонника? Совершенно ничем. Но спорить с Богом нам кажется даже прекрасным. Это некое такое свидетельство о моем достоинстве, о критическом складе ума, о каком-то, значит, мужестве, стойкости, умности, разумности. То есть о чем-то своем, самостном. Вот, мы даже этим гордимся я никакой там вот быдло чтобы принимать все что написано богом что сказано богом что он считает правильным я хочу понять я хочу разобраться я я думаю что надо делать иначе я даже уверен что надо иначе бог просто не знает что говорит и мы рисуемся мы гордимся Хотя это и считаем свою гордость и свою рисовку вполне благочестивыми, мы же за истину боремся и страдаем, хотя никакой разницы между колдуном каким-нибудь или банальным идолопоклонником разницы нет. И еще одно слово, которое есть в 15 главе. В 11 стихе сказано ⁇ Слово Господа к Самуилу ⁇ «Жалею, что поставил я Самуила царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». А в 29 э, стихе Самуил говорит про Бога. «Он не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Но и в тех, и в других, э, и в том и в другом случае стоит одно и то же слово, просто переводчики на русский перевели двояким образом, там жалею, а здесь раскаялся, хотя и по смыслу понятно, что это один и тот же, смысловое, вот, по смыслу это одно и то же слово, ну и в еврейском тексте это одно и то же слово. В 11 стихе говорится, что Бог пожалел о том, что сделал царе, царем, а в 29 говорится о том, что никогда ни о чем не жалеет. Разве он ошибся, пожалев о том, что сделал Саула царем? Разве он не знал, чем, этот, чем это кончится? Почему тогда? Что происходит? Что нам здесь явлено? Удивительная особенность Писания – передавать противоречия, антиномии, как говорят богословы, восприятие Бога нашим сознанием. Он судья, но при этом он любит. Он гневается, но при этом он милосерден. Он многоразличен. И в целом, поэтому очень важно воспринимать Писание в целостности, зная разные аспекты свидетельства откровения о Боге. И очень редко бывает так, что Противоречивые свидетельства о Боге содержатся в рамках одной главы. Более того, это противоречие яснее ясно, особенно когда они так близко находятся, яснее ясного показывают, что книга это не человеческое творчество. Автор этой книги не человек. Он бы придерживался какого-то своего замысла он бы пытался выстроить все логично. Но если даже в рамках одной главы взаимоисключающие свидетельства о Боге, то очевидно, что не человек создавал эту книгу. Почему так происходит? Неизъяснимое, неведомое, непостижимое по существу своему вторгается в тленный и тварный мир. Непоколебимое входит в тленное. О непоколебимом говорят в тленном мире на тленном языке. Вечное втискивается во временное. О вечном говорят в формах временных временного языка и временного тоже. Бесконечное пытается вместиться в конечное. Бесконечное пытаются сделать ограниченным, и непознаваемое пытаются описать в слове, неописуемое пытаются объяснить. Такова суть откровения. Невместимое, по существу запредельное миру, бесконечное, неизменное, вечное, не, беспредельное, неограниченное ничем бытие, о нем говорятся на языке крошечного, маленького, ограниченного, тленного, грешного, распадающегося э, языка, слова, образов человеческого сознания. Бог знает все, и твердой рукой Он ведет мир и каждого человека к спасению. Для Него... Но ну, если бы мы говорили, скажем, на, ну, в контексте догматического богословия, для него вообще понятия времени нет. Он вообще вне времени, в том смысле, что время для него лишь э, меньше, чем мгновение, все время цивилизации, все время существования мира. Для него меньше, чем мгновение. Для него нет проблемы э, в контексте догматического богословия, нет проблемы, скажем, а что будет с этим, а что будет с тем. Для него, когда он сказал, мир явился во всей его законченной красоте. Ну, э, тень, который видит Иоанн Богослов в своем откровении. Тень этого света и отблеска царства, потому что оно уже есть, есть. Для нас еще оно будет, неизвестно когда, так же, как когда-то будет для людей Ветхого Завета воплощение Христа. Но для Бога все и всегда только есть не уже есть, не еще есть, а просто есть. Нам это не понятие. Просто говорю на языке догматики, насколько вот эти все категории или как мы говорим свойства Божии, они не невместимы вместимы в человеческое сознание, когда Бог открывает нам нечто о себе, когда Он пытается то есть э, донести до нас знание о себе, то это знание неизбежно будет противоречивым. А эти противоречия и задают границы, которые необходимы нашему восприятию действительности. Ибо мы безграничность, бесконечность, беспредельность э, и э, э, какую-то бездонность воспринимать не в состоянии. И вот эти противоречия и создают границы, в рамках которого, как в конденсаторе, наша мысль туда-сюда мельтешит, и постепенно ей именно в этой предельности, ограниченности, засвидетельствовано откровение о Боге, и рождается некая рельефность, некая, скажем так, картинка, более или менее модель понимания Бога и его замысла, и его действия в этом мире. Бог знает, и он не ошибается, и он не колеблется, и он всегда принимает решения, такие, какие должны быть, других быть не может, ибо эти решения приняты еще задолго до того, как появился не то что Саул, а когда появился Адам. Все решения давно приняты, и они не способны поколебаться, потому что ему известно все, считано, измерено до последних вещей. Он знает судьбу Саула, он знает его падение, он знает его ошибку, он знает, тем не менее, вот он делает то, что необходимо делать, и в этом принятии своего решения он всегда непоколебим, в принятии своего решения, и это непоколебимость как скала. Его воля в его решениях, в его волениях, она нам кажется безжалостной, как скальпель хирурга. Если бы нам удалось оказаться в операционной, и мы бы видели, как он делает операцию, мы бы тоже сказали, что он безжалостный, потому что это жестоко резать живую плоть. Но его движения выверены, четкие, он знает, что делает. Он знает что нужно сделать, он понимает, что это необходимо сделать и знает, что из этого будет благо и только благо, ибо ничего другого быть из решений Божьих не может. Он дал Саулу шанс, зная, что он этот шанс упустит и зная, что этот шанс Саул не исполнит, не осуществит бесконечное видение Божье, оно делает то, что делает, зная, что это необходимо. Она знает, что зла от этого никому не будет, зная, что от этого будет только благо совершенно, зная, что все это необходимо для того, чтобы явился и стал царем действительно избранный человек, Давид. Ведь Давид не может быть избран так же, как избран Саул. Ну не может. Ну, во-первых, он мальчик. Во-вторых, ничего видно в нем нет. Ничего совершенно особенно подчеркнуто царственного. Никаким образом он не смог бы стать в ситуации с Саулом, стать царем первым царем. Саул нужен для того, чтобы явился Давид. Он нужен для того, чтобы Давид окреп, чтобы Давид явил свою силу подлинную, свою веру. Он нужен для того, чтобы Давид возмужал, чтобы Давид смирился. Помните, как мы говорили про Иосифа? Чтобы смирились в оковах ноги его, чтобы Давид смирился в тех притеснениях, которые которыми наградил его Саул. Он не, поэтому Саул ему крайне необходим. Без Саула Давид не явится. И в этом смысле его роль вот такая. Он тот, кто должен послужить подлинному избраннику Божьему, послужить Давиду. Ну как жестоко эта речь, как удивительно страшно это видение, когда ты делаешь то, что да, ко благу, да, ко благу, и все будет классно, и все будет хорошо, и все будет аллилуйя. И как будто бы на судьбу Давида, на судьбу Саула никто не обращает внимания. Так мы, не зная ничего про промысле Божьем, пытаемся воспринять окружающую действительность, не имея ни и миллионной доли того, что имел э, в, в представление о промысле Божьем имел Давид или кто-нибудь из святых. И нам кажется, что Бог безжалостный, жестокий, как скальпель, который твердой рукой ведет людей туда, куда нужно. И как бы мы не знали, что это спасение нам очень больно. Есть такой образ в советском кино. Генерал, сыгранный Бессонов, кажется, сыгранный Георгием Жоновым в фильме Горячий снег. Он спорит с неким добрым, ну, говоря, общим политруком дивизионным комиссаром, вот, который мягкий такой, кроткий человек, которому жалко людей, которые там умирают, а Жонов такой вот посылает людей на смерть. И, и к нему пытаются взывать с точки зрения милосердия. Он говорит, я знаю, что надо быть милосердным, но если я буду милосердным, я не смогу отправлять их на смерть. А это же надо делать. Надо, потому что только так можно защитить тех, кто там защищает Сталинград, то есть в данном случае добивает окруженную группировку Паулис. Я не смогу этого сделать. Если я буду их жалеть, то враг пройдет и будет бедствие неизмеримо больше. Я равнодушен к судьбе этих солдат потому что я генерал. Но если я не буду равнодушным, то тогда я буду безжалостным к тем, кто погибнет, если они сейчас не умрут. А потом он же, этот самый жестокий генерал, бегает по полю битвы и ищет оставшихся солдат, чтобы посмотреть им в глаза и появить свою человечность. Это смутный, Маленький образ того, что нам является священное писание в отношении к Богу. Как существо всеведящее и думающее о благе всех, он делает эти вещи. Но как любовь, как любовь, он жалеет и любит о том, что люди оказываются неспособными к тому, что должны сделать. И эта бесконечная любовь, столь же бесконечная, как ведение, переживает, что Саул так и не исполнил свой шанс, ведь он мог послужить Давиду добровольно, как это сделал ионафан Ведь Ионафан в такой же ситуации: Ионафан принял воцарение Давида хоть и не дожил до него, но он знал, что Давид царь и готов был ему служить. То же самое требовалось от Саула. Он не смог это сделать. Да, он орудие в Божьих руках, но он мог облобызать эту руку и сказать, надо же, и я для чего-то годен. И я что-то мог сделать, благословенно имя Господне. Так сделал его сын Ионафан, а Саул этого не сделал. Бог дал ему шанс стать орудием в Божьих руках, спастись самому и послужить спасению других. Саул все равно это сделал, но сделал, как подневольный, как ведомый, сам по своей воле служить и исполнять волю Божию он просто не захотел.